Всем привет! Ну что ж, сегодня у нас обзор вот такого маленького, но не побоюсь этого слова, незаменимого помощника в своем хозяйстве. Я надеюсь, такое хозяйство есть у многих. И сегодня я вам расскажу, что может сделать вот этот малыш Multi One, самый маленький из всей серии тракторов итальянского производства. Поехали! Опускай! Коммерсант какой, а! Давай поехали! И молодец, скидка! Ну, перво-наперво можно покататься, ребят. Или вкрутить лампочку на столбе. Прекрасно. Спасибо, что не выкинул за забор. Пожалуйста, обращайтесь. Как говорится, легко и непринужденно. Погнали! Немного истории. Итальянская компания CSF расположена в городе Виченца. Компания CSF, которая выпускает технику под довольно известным брендом Multi One, была открыта в 1998 году Джузеппе Карраро. Основываясь на опыте 30-летнего производства сельскохозяйственного оборудования, мини-погрузчики Multi One считаются своего рода визитной карточкой CSF. CSF выпускает три основных типа профессиональной техники. Машины для ухода за газонами серии Star, многофункциональные трехколесные машины серии MIG, многофункциональные мини-погрузчики Multi One, о которых идет речь. Разновидность этих машин Agrion создавалась для эксплуатации в фермерских хозяйствах. CSF производит нестандартную малогабаритную многоцелевую технику для использования в самых различных сферах профессиональной деятельности: строительство, дорожные работы, коммунальное хозяйство, ландшафтный дизайн и тому подобное. Как известно, яркой отличительной чертой техники CSF является наличие широкого ассортимента дополнительного навесного оборудования, которое делает данные машины по-настоящему универсальными. На некоторых мини-погрузчиках количество навесного оборудования может превышать 50 видов. Также на этой технике можно использовать навесное оборудование других производителей. Особое внимание при создании машин уделяется на соответствие экологическим требованиям. Очень-очень плотный. Модель, имеющаяся у меня в наличии, уже не выпускают, но все же я вам немного о ней расскажу. Мини-погрузчик Multi One M23B. Серия M – это погрузчики грузоподъемностью до 400 кг, оборудованные двигателями мощностью до 28 лошадиных сил. Это машины, предназначенные для выполнения легких работ и, как правило, не представляющие интереса для промышленного использования. Их удел – приусадебные хозяйства, парковые зоны, небольшие фермы, коммунальные хозяйства. Multi One M23B не совсем стандартный погрузчик. Это была единственная версия четырехколесной многоцелевой машины, оснащаемая бензиновым двигателем, выпускаемая компанией CSF. Выпускается серия M в четырех модификациях: M14D, M20D, M23B и M28D. Эта модель многоцелевого погрузчика подойдет для тех, кто предпочитает бензиновый двигатель дизельному. Пройдем немного по характеристикам машины. Погрузчик оборудован двухцилиндровым двигателем мощностью 17 кВт, 23 лошадиные силы. Brick Stratton OneGuard, работающим на бензине и вполне приличной гидравликой с тремя насосами производительностью гидравлики 31 литр в минуту. Он также оснащен гидростатической сервоуправляемой трансмиссией и динамической системой блокировки колес. Грузоподъемность машины достигает 400 кг, а скорость до 25 км в час. Высота подъема стрелы 1820 см. Масса же погрузчика 650 кг. Ну что ж, ребят, вы в принципе все видели сами.
Это действительно мой хороший, добрый и, главное, надежный помощник. Этот трактор у меня уже около, ой, дай бог памяти, 5 лет. Содержится он без какого-то либо ухода. Вот менял масло пару раз в моторе, наверное. И, в принципе, все. Доливал гидравлическое масло. Больше за ним ухода никакого не было. Аккумулятор стоит все так же родной. Но он уже, бывает, вот на холоде постоит, заводится плохенько. Револтер, кстати, спасает. Заменим аккумулятор, будет ходить только в путь. В принципе, все характеристики трактора я вам рассказал. Давайте немножечко пробежимся по его управлению, что у него есть. В принципе, этот трактор может выбрасывать снег, выбрасывать грунт какой-то. Вот когда мне равняли под гараж здесь все, я какие-то кучки раскидывал этим трактором. В общем, настолько простая игрушка, что порой хочется на ней поиграть самому. И, в принципе, это моя игрушка, я ее никому не даю. И не западло соседу снег почистить и себе разгрести какие-то кучи. Также на него есть отвал. Вообще здесь система быстросъема. Эту систему я вам еще сейчас покажу более подробно. Она очень удобна. Буквально за минуту можно поменять одно навесное на другое. Как это делается, я вам покажу чуть-чуть позже. Давайте пробежимся по его управлению, по эргономике. Вот такие маленькие у него есть колесики. Есть еще один комплект колес, который не портит там почву. Они гладкие, без зацепов, без вот этих вот агрессивных протекторов. Есть также на него цепи, зимой одевается, его вообще тогда не остановить. Переломочка на гидравлике. Полностью все гидростатическая трансмиссия. Две педали. Нажали педальку вперед, поехали вперед. Педальку назад, поехали назад. Это дополнительная гидравлика. Вот вывод, например, ковш. Вот этот самый выгружной. Нажали сюда, выгрузило. Нажали вверх, забрало обратно. Ну, есть отражатели. Дополнительная огрузка для того, чтобы можно было побольше набирать в ковш груза. Давайте пробежимся по управлению. Быстренько, буквально. Значит, подсос имеется. Двигатель бензиновый, карбюраторный. Это дополнительные электроуправления на какие-то навесные. Навесных очень много, более 50 видов различных навесных. Фары включать. Это блокировка межосевого дифференциала. Он гидравлический, то есть закручиваете, выкручиваете. Сигнал. Многофункциональный джойстик. Вверх, вниз. Ну, управление вторым коленом. Вот они, в принципе, все нарисованы здесь. Ручной газ. Мы приводим двигатель. Двигатель даем определенные обороты. И все, и поехали. Вперед, назад. Вверх, вниз. Поднимаем и работаем рычагом. Все очень просто. Также это все вот может ребенок управлять. Я вам потом покажу. Гергерыч у меня на нем рулит. Рулит нормально. Вот. Крыша жесткая для того, чтобы вам на голову ничего не упало. Есть ручной тормоз вот такой вот. Жестко блокирует. Ну и в принципе все. Регулировка сидения есть. Дальше ближе его можно пододвинуть. Вот такой вот ремень поясной. Собственно, сейчас я вам покажу и расскажу, как работает быстросъем. Мы сейчас с вами заменим одну навеску на другую и посмотрим, насколько быстро это происходит. Ну что ж, ребят, давайте заменим вот этот ковш на отвал. Поехали!
Ребят, все это делается играючи одним человеком. Ну что ж, ребят, вот так и закончилась наша уборка. Согласитесь, это было достаточно играючи и увлекательно. Я скоро Гергерыча буду на него сажать, он будет точно справляться. Здесь все просто, просто, надежно и уверенно. Итальянское качество Multi One, он нас вот не подвел ни разу за 5 лет. В принципе, каждую зиму он трудится. Огромное количество навесок. Огромное просто. Вот то, что мне нужно, это вот саморазгружной ковш и отвал я переделал из отвала квадрика. А также есть еще мусорный бак с таким же креплением, к которому я подъезжаю, чик, цепанул его и повез на мусорку. Хоп, выгрузил на мусорке его в бачки. А, как бы вот такая вот есть плюшка. Сейчас я еще заказал снегоотбрасыватель для этого же малыша, как в его же ширину, в ширину погрузчика. Которая тоже будет работать на гидравлике и будет мне помогать чистить снег, просто обочины чистить, дороги расчищать. Скоро мы поедем в компанию, которая официально продает такие погрузчики, также навесное к ним, и производит навесное самостоятельно. Там же мы посмотрим и сделаем небольшой обзор на более старшую модельку, потому что, честно говоря, хочется чуть-чуть больше, чуть-чуть, чтобы больше подымало, чуть-чуть длиннее вилку. Чуть-чуть, может быть, габаритисти, потому как, насколько маневрена техника, вы видели сами. Она крутится буквально на пятачке. И я себе присматриваю что-то более новое. Наверное, это будет следующая линейка уже. Линейка большая этих тракторов. Скоро ожидайте новый обзор чего-нибудь постарше. Я думаю, будет это всем полезно. У многих есть свои участки, какие-то... свои базы, какие-то территории, если вам нужен действительно трактор-универсал-погрузчик, в котором надо только работать, а не постоянно чинить его и что-то в нем делать, то это вот Multi One. Мы, как и все, что рекомендуем вам, это уже проверили, это работает. Ссылочка есть в описании, где можно приобрести данные погрузчики, вообще всю линейку погрузчиков Multi One. На навесное оборудование для вас есть скидка по промокоду Герасим Шерп. Просто позвоните, скажите, что вы с канала Герасим Шерп, и вам сделают скидочку на навесное оборудование при покупке погрузчиков. Ну что ж, до встречи и ждите скоро следующих обзоров. У нас будет обзор чего-то покрупнее, будет обзор снегоротора достаточно бюджетного для данной техники. Всем всего хорошего, пока!